На Кирова-6 перевернулся автомобиль и, вылетев на встречную полосу, протаранил другую машину. Есть пострадавший. Хозяйка этой Риоскит двигалась со стороны улицы Кирова на Русскую. На крутом повороте женщина не справилась с управлением, и автомобиль перевернулся. Свой путь мини-джип продолжил на крыше. Проехав несколько метров, он столкнулся с попавшимся ему на пути Nissan Куб. В аварии пострадала рулевая перевертыша. Девушка жаловалась на боль в голове. Прибывшие на место ДТП врачи скорой, осмотрев пострадавшую, предложили ей проехать в больницу. Но рулевая Кит отказалась. Вместе со своим оппонентом, водителем Nissan Куб, стала дожидаться прибытия наряда ДПС. Стоит отметить, что причина аварии очевидна. Автомобилистка не сменила летнюю резину на зимнюю. Владельцы машин должны помнить, летняя резина во время морозов становится твердой и имеет плохое сцепление с дорогой. Неизменно приводит к заносу и другим неприятностям. По словам местных жителей, на этом участке дороги часто происходит ДТП. Основная причина – превышение скоростного режима машинами, едущими сверху со стороны Кирова. Пешеходы здесь попросту боятся переходить дорогу. Сверху несутся? Да, несутся. Никогда не пропустят. Вот будешь стоять, пока вот эта вся колонна не пройдет. Вот сейчас хотела тоже перейти, посмотрела, думаю, нет, пойду туда, в другую сторону.